Вода является основой существования человека. В связи с этим качество и бесперебойность водоснабжения неразрывно связаны с надежным ведением технического процесса подготовки воды для разнообразных нужд потребителей. Качество техпроцесса напрямую зависит от надежной работы оборудования, обеспечивающей его. Наш фильм расскажет о системе Компакс, обеспечивающей непрерывную диагностику технического состояния насосных агрегатов, главной насосной станции МУП, водоканал, цеха очистных сооружений и канализации. Под контролем системы находится 7 мегаваттных вертикальных насосных агрегатов. Двигатель установлен на нулевой отметке, а насосы располагаются внизу. Длинный вал соединяет насос с электродвигателем. Техническое состояние насоса контролируется датчиком вибрации и датчиком радиальных перемещений. Для агрегата данной конструкции очень важна точная установка вала, отсутствие радиальных биений. Биения вала могут повредить не только насос, но и электродвигатель. Датчики крепятся на агрегат с помощью специально разработанных датчикодержателей, позволяющих произвести установку без дополнительной доработки корпусов агрегата. Датчики подключаются в коробке от ответвительной к локальным кабельным линиям, по которым сигнал с них поступает в программируемые интерфейсные модули, установленные в защитные кожухи в непосредственной близости от агрегата. Помимо диагностики состояния насосного агрегата по параметрам относительной и абсолютной вибрации, непосредственно в щите управления агрегатом для контроля за потребляемым током установлен датчик тока. В данном проекте используется всего одна пара магистрального кабеля, к которым подключены 7 периферийных модулей и 7 модулей питания один за другим. Магистральный кабель проложен в коробе, по нему информация из модуля поступает в диагностическую станцию. Диагностическая станция системы Компакс устанавливается непосредственно в операторной главной насосной станции для своевременного предупреждения обслуживающего персонала о принятии необходимых мер. Персонал с помощью системы Компакс производит контроль за работой оборудования, его техническим состоянием, загрузкой. По показаниям системы, персонал производит ремонтные работы на агрегатах. Внедрение системы Компакс позволило перейти от планово-предупредительных ремонтов к ремонтам по фактическому состоянию. Кроме того, благодаря раннему обнаружению неисправности, характер ремонтных работ перераспределился от капитальных и средних в сторону текущих ремонтов. Полученная система Компакс в состоянии оборудования доступна не только персоналу на станции, но по сети Компакснет передается в центральный городской диспетчерский пункт МУП водоканала и диспетчеру цеха очистных сооружений и канализации. Для передачи информации используется стандартная радиосвязь водоканала. Для этого через РС-232 осуществляется передача информации на контроллер КЕДР, отвечающий за сбор и передачу информации в центр.